Удивительно, ты можешь находиться в одной комнате, вот я даже двигаю камеру, а освещение в одной и той же комнате. Вправо садишься одно, влево садишься другое, по центру третье. Вот, я в сегодняшнем видео вам покажу свой очередной заказ. Фаберлик, если у вас будет такое желание, вы можете то же самое заказать, но с дополнительной скидкой до 26%. Распространять не обязательно, вы можете просто заказывать для себя и получать в офисах своего города. Как обычный интернет-магазин действует по принципу обычного интернет-магазина, как тот же самый Валберис, Озон. Плюс еще ко всему, если одежда, да, вы хотите заказать какую-то одежду, то вы можете ее в офисах тут же на месте и примерить. То есть, возможно, функция примерки. Это тоже существует, и оплачиваете только то, что подошло. Вот. Что я заказала? Я заказала такой вот приборчик, я уже поставила его на зарядку. Сейчас немножко зарядился, наверное, будет вам возможность показать. Идет он в коробочке. Это, знаете, такой доктор у вас, не доктор, а косметолог у вас на дому. Коробку, к сожалению, я не пойду, я уже за ней. Коробку где-то оставила в комнате. Вот он идет в такой вот коробочке. Это специальная у нас серия есть. Там в этой серии в том числе есть не скребок, а как это УЗИ. То есть вместо того, чтобы идти к косметологу на УЗИ-процедуру, ультразвуковая чистка лица, господи, УЗИ-процедуру, ультразвуковая чистка лица. Вот вместо того, чтобы идти к косметологу, вы можете эту ультразвуковую чистку лица делать у себя дома. У нас есть точно такой же прибор, да, ничем не отличается. Есть также гель с электролитами, где с электролитами, по-моему, которые вы наносите и им пользуетесь, да, то есть замена косметологу реальная. И плюс ко всему, знаете, бывает часто такое, заказываешь гаджеты, они приходят и лежат у тебя дома, ты ими не пользуешься. Но недавно тоже звонила мне подруга по совместительству, коллега, и она говорит: «Настя, вот не знаю, заказать вот такой вот прибор или не заказать». Я говорю: «Алён, ну он стоит там сколько-то, не помню, цена у него какая». Я говорю: «Ты даже если пару раз попользуешься, то ты уже как бы компенсируешь один поход к косметологу». То есть дважды попользовавшись этим прибором, вы как будто бы, ну, то есть не то чтобы сэкономить, я даже не знаю, как это сказать. То есть примерно поход к косметологу один стоит 2000 рублей. Вот набор стоит там 2-2,5 в зависимости от акции. И, соответственно, если вы два раза сходите, два раза попользуетесь, вы оправдаете два похода к косметологу. Даже попробовав два раза, да, два раза попользовавшись, вы уже как будто бы, ну, все, вы уже его оправдали, окупили его стоимость, вот, окупили его стоимость. Значит, смотрите, я вчера им пользовалась, конечно, от одного результата, от одного, как это сказать, от одного раза результата не увидишь, хотя по нему просто отличные отзывы. Почему я конкретно именно это взяла? У него хорошая площадь воздействия. У меня до этого есть другой, он вот такой вот кругленький. Да, им, конечно, можно пользоваться. Я его брала именно для очищения лица. И действительно, когда им пользуешься, то лицо, ватный диск, даже вот вы умылись, протерли лицо тоником, и если вот этим вот прибором я пользуюсь, то ватный диск грязный. То есть это говорит о том, что досконально вы все равно ручным способом не убираете, да, там весь макияж, тоналка, которая у вас забивается в поры и так далее. А вот с помощью такого прибора можно более глубоко почистить кожу. Вот этот самый, не то чтобы универсальный, а самый, наверное, ну, богатый по своему функционалу. И чем еще мне понравилось, то что вот здесь вот большая площадь воздействия на лицо. И еще он повторяет контуры вашего лица. То есть вы как будто бы как скребком гуаша будете пользоваться им, и в то же время у вас будет такая подтяжка. У него три режима у этого прибора. Я буду делать отдельный обзор, сейчас просто вкратце вам попробую рассказать. У него есть три режима. Нажимаете, вот он включается, горит зеленым цветом. Здесь, во-первых, световая терапия, потому что каждый свет воздействует на нашу кожу тем или иным образом, да? Какой-то цвет снимает воспаление, какой-то цвет
я не знаю, стимулирует кожу, чтобы у вас убирались морщинки и так далее. Вот, вы когда нажимаете, он у вас включается и стоит на функции очищения. Зеленая — это функция очищения. Многие жаловались, что нет инструкции, но я как-то вот быстренько разобралась. Переключаем на другой режим. У нас здесь включается ЕМС, это миостимуляция. Это если вы хотите, чтобы синтез коллагена у вас лучше вырабатывался, чтобы морщинки у вас удалялись и так далее. И когда переключаете на режим синего цвета, то есть видите, вот тут он синим горит у нас, то вы когда начинаете пользоваться, поверхность его нагревается, то есть это тепловая поверхность, здесь код стоит, то есть инструкция в принципе не нужна. Кнопку ты включаете длительным нажатием, выключаете длительным нажатием. Если хотите переключить режимы, то просто берете кнопочку, тыкаете, переключаете. Переключается, изменяется цвет прибора и функционал его меняется, то есть это все действует автоматически. Здесь идет процесс ионизации, миостимуляции, выработка коллагена, синтез коллагена, эластина и так далее. Вот, разные функции. То есть есть здесь функция чистки, функция миостимуляции и функция прогрева и более глубокого проникновения питательных средств в вашу кожу. Если, допустим, вы какой-то крем, сыворотку наносите и так далее. И мне что понравилось, вот посмотрите, сейчас я вам покажу. У него большая площадь воздействия. То есть вот я когда... Вот видите, он начинает жужжать, дребезжать. Вот. Он, видите, начинает. И у него очень, видите, большая площадь воздействия. Вот теплый очень прибор. И вы, когда вот проходите по лицу, я сейчас в тоналке не буду пользоваться, вы захватываете практически полностью все лицо. Ну, в зависимости от того, какой он у вас. Вот, берете лоб, чуть ли не весь лоб. Плюс еще вот этот вот изгиб, да, он дает то, что вы... Изгиб дает то, что, ну, как бы, прям изгиб повторяет форму вашего лица. Очень хороший, достойный прибор для своей цены. Я говорю, заказав его, вы за два даже применения окупите его стоимость. Это уж если вы вдруг думаете, я куплю, и у меня будет валяться, и не буду я им пользоваться. Конечно, желательно... 10 процедур, это как минимум, это всегда во всех, все косметологи говорят, минимум нужно 10 процедур, там массажа, не массажа, вот минимум 10 процедур сделать, все, уже 20 тысяч, да, 20 тысяч вы окупите. Так, что я еще взяла? Я взяла, девчонки, магний. Магний нужен абсолютно всем, всем женщинам особенно. Магний участвует во многих наших процессах внутренних, да, во всяких обменных процессах участвует, в женском именно здоровье участвует магний. Также магний хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему и нервную систему. Сейчас у нас вообще, знаете, жизнь такая достаточно стрессовая. Этому способствует даже один, ну, интернет чему стоит. Из каждого там, не знаю, утюга, то есть сейчас на людях лежит очень большой груз определенный. Это груз достижений. Мы смотрим, как вокруг нас куча успешных людей, которые там что-то делают, зарабатывают, покупают, приобретают, ездят, путешествуют. Если раньше, в эпоху, когда не было интернета, вот сидела у меня бабушка, да, с дедушкой, ну, был у них телевизор, ну, видели они там отчасти каких-то звезд, которые там где-то вот что-то, где-то, ну, и раньше тогда не афишировалось это, вот, но где-то они там что-то видели. Сейчас же у нас в эпоху интернета, когда мы в социальных сетях видим, как устроена жизнь не только у звезд, но и у наших каких-то, я не знаю, там знакомых, друзей, у нас так или иначе срабатывают какие-то комплексы, комплексы неполноценности, комплексы того, что там, я не знаю, это у тебя у человека что-то есть, а у тебя нету. Плюс еще я не знаю, почему так вот. Не знаю, девчонки, почему так очень сильно озлобленное общество. То ли это потому, что раньше, опять же, не было интернета, ну, там, говорила про тебя соседка где-то и говорила, ты об этом не слышал. Но вот я сейчас как человек, который занимается блогерством и наблюдает вообще всю эту картину, когда пишут какие-то злостные комментарии, которые вообще не имеют никакого отношения ни к сути видео, ни к...
вообще ни к тебе не имеет никакого отношения. И, ну, ты понимаешь, что общество какое-то вот реально духовно больное, вот именно душевно-духовно больное. Как-то по-другому я назвать не могу. И мы вот находимся вот в этом перманентном стрессе постоянно. То есть если раньше, когда не было интернета, все гораздо воспринималось, даже вот те проблемы, которые были, раньше связь с землей была у людей гораздо сильнее, да, ну, не было вот таких вот высотных домов, люди чаще проводили время на природе, природа очень сильно успокаивает, гармонизирует. Вот я вчера ходила, допустим, на набережную гулять, и мне так было спокойно, так было хорошо, куда-то мысли ушли, то есть вот прям вот действительно очень было хорошо. Хорошо, спокойно на душе, и мысли куда-то не уходили, то есть они были вот как-то тотально вот в природе находились. Вот. И вот тот ритм жизни, тот темп жизни, который сейчас задан, тот темп жизни, который транслируется нам через средства массовой информации, нужно быть красивой обязательно, нужно, я не знаю, там ухаживать за собой. Раньше бабушки наши старели, естественно, и старели. Представляете, какая сейчас нагрузка на женщину, когда нужно красиво выглядеть, все успевать там и так далее. То есть вот какой-то реально груз ответственности. На мужчин там свой груз ответственности, нужно быть успешным, там, я не знаю, менять машины, а вот у соседа вот это появилось. Ну, вот на нас очень негативно воздействует вот этот вот информационный шум, информационный фон. И вот в этом стрессе очень важно, так как у нас все болячки, они от нервов, как правило, ну, вот далеко не ходи. Я на своем примере, на примере там своих родителей, как только они переживают какой-то стрессовый период, сразу тут же не возобновляются, а как-то активизируются все заболевания. И поэтому очень важно поддерживать свой эмоциональный фон в ровном состоянии. Сейчас говорят, я это вам не говорю не для того, чтобы продать. Я действительно изучаю эту тему, я действительно очень увлечена темой нетрадиционной медицины, здоровья, как можно восполнить дефициты какие-то витаминов. А вот я недавно была на лекции, что те бананы, которые были в 85-м году, и тот уровень ценности и тех, ну, то есть там было такое количество витаминов, а сейчас этих витаминов там в 10-30 раз меньше. То есть один и тот же банан, который был в 85-м году, и банан, который там в 2022 году, это два совершенно разных бананов. Все то же самое можно сказать о той еде, которая у нас находится в магазинах, о овощах, даже если вы там вегетарианец и едите овощи. Сейчас практически, если вы не выращиваете на своей собственной грядке, то не факт, потому что, опять же, экология, опять же, неизвестно, какие генномодифицированные семена. То есть, знаете, как, ну, сейчас очень сложно поддерживать уровень витаминов, микроэлементов в том уровне. То есть, раньше не требовались витамины, ну, потому что витамины мы получали из земли. Сейчас такого, к сожалению, нету. И вот на помощь приходят нам всякие разные БАДы, витамины. Вот магний, причем у нас магний в хелатной форме. То есть это магний в очень хорошей усваиваемой форме. И очень хорошая доза. Если раньше у нас БАДы, пищевые добавки, Фаберлик были с такими терапевтическими дозами, то сейчас они в хорошей такой дозе. Если вы точно такой же возьмете где-то БАД, ну, где-то возьмете, да, в какой-то другой, что я хотела сказать. Ну, то есть составы, сравнивайте составы. Вот, например, в двух таблетках находится 400 миллиграмм магния. Это 100% суточная доза. Производят все наши вот эти вот продукты не сама компания Фаберлик, а делается это институтом. Вот, ну, в данном конкретном случае магний сделан институтом инженерной иммунологии. Вообще этот институт, он имел все союзное значение раньше, когда у нас был Советский Союз, когда все это распалось, и когда вышли все эти НИИ на самоокупаемость, вот они сейчас в частном порядке для компании производят препараты. То есть разрабатываются эти препараты не просто обычными какими-то рядовыми сотрудниками компании Фаберлик, чтобы вы понимали, что у вас не было скептического отношения к тем пищевым добавкам, которые у нас появляются. Очень хорошие, причем я вот когда забирала заказ, на складе у меня мой... Ну, вот кто, не мой, владелец выдачи заказа, владелец офиса, и кто выдавал заказы, она говорит: я, честно, не верила, вот то ли сама она проверила, то ли кто-то сказал. Действительно, происходит ситуация у тебя ровное эмоциональное состояние. То есть это не антидепрессант какой-то, который просто подавляет ваши эмоции, да? Почему вот сейчас, там, не знаю, вся Америка сидит на антидепрессантах, но это не спасает положение,
потому что антидепрессанты, они, как правило, подавляют эмоциональное состояние. То есть ты, ну, как бы ничего не чувствуешь. А потом, почему их, если отменишь, то у тебя начнет все это вылазить. То есть это в гипертрофированной форме, ты начнешь все это выплескивать из себя, потому что эмоции просто с помощью лекарства, химии были подавлены у тебя. И очень важно именно отслеживать свои состояния и отслеживать, что у тебя за эмоции, с ними работать. Да? Но магний позволяет стабилизировать нервную систему не на уровне подавление эмоций, а на уровне того, что просто компенсируется. У нас, когда стресс, очень сильно расходуется магний. А магний участвует во многих процессах в организме. И, соответственно, если магния будет недостаточно, вот, допустим, стресс испытываете вы, да, магний вы не пьете, у вас он израсходуется, сразу в дефицит уходит. И потом, когда, допустим, какие-то процессы происходят в организме, клетки чувствуют недостаток магния в организме и дают сбои в тех или иных органах. То есть это вот работает таким способом. И говорят, действительно, каким-то успокаивающим таким эффектом, не седативным, но как-то ты проще переносишь стрессы. Ты все понимаешь, ты все осознаешь, но проще переносишь стрессы. Вот таким вот чудодейственным, как раз на месяц приема, чудодейственным способом обладает магний. Я заказала родителям своим и вот заказала себе. То есть они вот мне тоже сейчас начали пить. А потом была акция. Сейчас я вскрою, наверное, вам покажу. Сейчас я не знаю, есть ли на складах они или нет. А, тоже врачи говорят, про магний говорят, что его чуть ли не нужно пить не на постоянной основе. Но я, как правило, знаете, как месяц пью, не месяц не пью, месяц пью, не месяц не пью. Вот так вот. А омегу говорят, это то, что нужно пить чуть ли не 9 месяцев в году. Это то, что тоже приводит сердечно-сосудистую систему в порядок. Омегу-3, кюнзим Q10, это те препараты, те вот какие-то добавки, витамины, которые должны быть постоянно в вашем рационе. Я взяла 4 упаковки, 2 себе оставляю, 2 маме. По идее, можно здесь написано пить по 4 штуки, они вот по 2 утром, по 2 вечером у меня пьют. Я брала их со сроком годности, они до 16 августа, но я думаю, это капсулированная формула, если поставить их в холодильник, то вообще они еще дольше простоят, наверное, я сейчас так и сделаю, 2 баночки сразу родителям отложу, а 2 поставлю в холодильник, потому что я сейчас пью пока фаберличный магний. Здесь их целых 120 штук, если пить по 4 капсулы, то... по 4 капсулы, то хватит на месяц. Но я сейчас пропиваю пока фаберличный, и потом просто начну на постоянной основе каждый день пить утром и вечером омегу, утром одну, вечером одну, утром одну, вечером одну. И в итоге мне баночки будет хватать на 2 месяца. А 2 баночек мне хватит на 4 месяца. Это мое личное, моя личная не то чтобы инициатива, но я сама чисто интуитивно подбираю себе разные комбинации БАДов. Меня вот спрашивают: Настя, как сделать, как подобрать, как вот скомбинировать? Нет у меня ответа на этот вопрос. Многие какие-то вещи я знаю, какие-то чисто интуитивно понимаю. Какие-то вещи у меня уже сформированы там за мой, начиная с 15-летнего возраста, стаж изучения вот этой вот темы. Ну, так или иначе, то есть я не прям не глубоко как, копаю, как нутрициологи, а по необходимости у меня возникает какая-то проблема, я ее изучаю. Вот, и что-то, если нужно, мне в интернете я смотрю, там, какие лучше витамины усваиваются вечером, какие там утром, днем. То есть я подхожу очень к каждому продукту индивидуально, какой-то схемы у меня в голове нету. Потом из новинок я взяла репейный бальзам. Вообще это видео должно было состояться еще давно, когда это была бы новинка следующего каталога, так как я 100 баллов делаю, я могу за 2 недели до начала действия нового каталога заказать себе новинки. Хотела вот попробовать вам протестировать, рассказать, но у меня ничего не получилось, потому что у меня сейчас очень нестабильные и не запланированные многие моменты в жизни. Поэтому как бы народная марка, большой объем, 200 мл, стоит копейки, 139 рублей, 98% натуральных ингредиентов, натуральный состав. Если мы посмотрим, здесь, ну, действительно, какие-то экстракты, есть масла, масло баттер, масло, короче, куча всяких-всяких разных масел. Вот, репейный вот такой вот бальзам. Кто уже пробовал, говорят, хороший и бюджетный.
говорят, хороший бюджетный. Вот, потом, что я еще заказала? Я заказала наши прокладки с анионовым чипом. Наши прокладки стоят гораздо дешевле, чем если вы будете покупать. Я вот для девчонок тоже делала скрин с... скрин с Озона, ну, чтобы показать им, сколько стоят там прокладки. Самые дешевые, по-моему, были что-то 170, что ли, рублей. Вот, у нас есть анионовый чип, это такой перемолотый камень турмалин, который излучает отрицательные ионы, а так как у нас во время критических дней возникает такая микрофлора, благоприятная для развития болезнетворных бактерий, поэтому, чтобы вот этот турмалин, камень, да, он излучает отрицательные ионы, которые подавляют именно развитие болезнетворных бактерий. Ну, кто-то говорит, что этими прокладками чуть ли не лечит молочницу. Не знаю, с такой проблемой не сталкивалась, но вот пользуюсь. Дневные очень хорошие, крепятся отлично к белью, не сползают. Натурально у них слой, знаете, такой верхний слой у них не химический, как вот, допустим, Always прокладки берешь, а слой у Always, он хоть и хорошо впитывает прокладка, но он такой, знаете, как синтетический. У этого очень хороший такой вот... натуральный слой, натуральная вот эта верхняя поверхность, верхняя прослойка и ежедневки. То есть у нас есть ночные, дневные и ежедневки упаковку. Я что-то ежедневно набрала, таким количеством не пользуюсь. У меня еще там у родителей заказано тоже. Вот, наш новый каталог. Вот это очень классные, девчонки. Увлажняющий тинт, вот на мой взгляд, это самое лучшее тональное средство, которое незаметно на лице. Вот у меня сейчас накушон, девчонки, честно, не очень нравится, как-то сушит кожу, сухо смотрится на лице, забивается в складки, я его вижу при ближайшем рассмотрении. Вот это вообще не видно, как вторая кожа. Реальный эффект второй кожи — это вот этот наш тинт. Главное по цвету подобрать, но он как-то тоже типа подстраивается по цвету. Я брала самый темный, песочно-бежевый, вот он мне максимально подходил по оттенку. Потом смотрите, что я себе взяла. Говорят, выходит из производства вот эта вот линейка вся One Week Miracle. Я не знаю, девочки, действительно ли это так или нет, или я распускаю какие-то слухи, вот, не могу ответить на этот вопрос. Но вроде бы ходят слухи, что вот эту вот линейку выводят по каким-то вот причинам, не зависящим от компании Faberlic. Я поэтому все, что в этой линейке, хочу докупить, закупить, чтобы у меня все это было. У меня подружка настолько, говорит, классная линейка, действительно, она не на лето, то есть это не летний уход, это зимний уход. Очень хорошо питает, увлажняет кожу, подходит для любого возраста, по-моему, написано с 35 лет, но пользовалась даже женщина, вот мама у Аленки, ей 70 лет, она говорит, это лучше, чем крема за 5-6 тысяч рублей. Действительно виден эффект за 7 дней применения, действительно с кожей прям вот происходят какие-то вот лютые чудеса, прям такие, что прям душа радуется. Она действительно хвалит очень сильно эту линейку, у меня подружка взяла целых 4 баночки. Она говорит, Настя, я без этого не могу. Я вообще очень переживаю, что сняли с производства. Вот, будет снимать с производства. Очень по этому поводу переживаю. Поэтому я заказала целых 4 баночки. Потому что у меня, говорит, за месяц уходит одна баночка. Но я сейчас тоже обратила внимание, что у меня много уходит крема. Но не потому что... как-то, не знаю, кожа у меня большая, потому что я прям реально толстым слоем наношу. Я стараюсь прям вот особенно на ночь наносить, чтобы это прям... Раньше я вот возьму капелюшечку и пользуюсь, там размазывая по всему лицу. Сейчас я прям не жалею, толстым слоем наношу, потому что нужно коже питание, увлажнение. И уже возраст такой, как бы 40, да, 40+, ну, 40+, и, соответственно, меняется гормональный фон. Коже не хватает увлажнения, витаминов, поэтому вот сейчас основной статьей моих расходов вообще в принципе это БАДы. Наверное, вот я в прошлом месяце потратила, не наверное, а точно 1/3 от своей зарплаты на БАДы. Но я покупаю не только себе, я еще родителям беру, поэтому как-то так. И вот беру сейчас себе хороший такой уход. Возраст не ограничен, 35 и выше, можно вплоть до 50, очень ее хвалят. Здесь пептиды, то есть это пептидная косметика.
за 7 дней действительно какой-то эффект. Сама не пробовала, просто рассказываю вам отзывы. Если у вас есть какие-то тоже информации об этих кремах, скажите. Я сейчас взяла себе из линейки Реноваш, несмотря на то, что, кстати, про Реноваш тоже говорят, что ее снимают с производства. Не могу вам сказать, так оно или нет. Это слухи, поэтому, как бы, кто боится, запасайтесь. Значит, смотрите, взяла я вторую упаковку. Это моя вторая упаковка, потому что... скидка была 50%, я решила взять, недорого получается. Для шеи и декольте, я раньше шеи и декольте внимания не уделяла. Сейчас я, когда пошла к косметологу, она сказала, что у меня очень тоненькая тоничная кожа, которая, ну вот мне и жирка не хватает, мне бы и жирка нужно, надо авокадо начинать есть. Вот, то есть мне не хватает жирочка. Вот, и мне нужны какие-то, так как это линейка для 50+, но хочу, чтобы у меня кожа шеи тоже была в хорошем состоянии, да, в молодом, дольше молодость кожи сохранить, здоровье, молодость их сохранить, поэтому вот я решила себе вторую упаковку взять, и я прям так активненько, можно, кстати, для рук его использовать, я для рук крем вообще не применяю, можно вот, допустим, его как бы совместить два в одном. Пептидная косметика здесь составит целых 5 активных пептидов, можете себе представить, то есть очень хороший такой уходовый продукт, действительно работающий, и вот если сравнивать вот эти две линейки, говорят, они прям такие на уровне, что Реноваш моделирует овал лица, подтягивает кожу, вот реально хорошо работает с лицом, что вот эта красная линейка. У нас вообще очень хорошие девчонки, мне так хотелось бы каждому, кто сейчас смотрит и, возможно, зарегистрирован в другой сетевой компании, возможно, кто-то покупает в магазинах там в Ульдебатее кремы какие-то дорогие. Девчонки, обратите внимание, у нас очень крутая. Мне так обидно, что обходит стороной Faberlic, думая, что это сетевая компания и что там нельзя ничего найти хорошего из уходовых средств. Действительно, это, ну, как бы, это миф. У нас, я знаю, что многие вообще, кто даже вот люксовой продукции у Аленки есть знакомые, люксовой продукции пользуются, они наши берут кремы. Я знаю, у меня консультант, она раньше пользовалась израильской косметикой по 5-6 тысяч рублей, и сейчас она пользуется вот этими вот нашими кремами и просто в диком восторге. Поэтому, мне, знаете, прям вот всем хотелось сказать, девчонки, возьмите, попробуйте наши уходовые средства. Не берите какие-то дешевые, типа Блюм там у нас есть. Если действительно хотите эффект, если вы уже там возрастная девушка, то, конечно, выбирайте более там, ну, дорогой уход. Но опять же, какой вот дорогой? Вот этот крем, девчонки, стоит... Вот я, например, не знаю, если, наверное, 5 тысяч рублей стоил, то на него позарились. Вот из тех, кто привыкли себе, да, из каких-то там обеспеченных людей покупать дорогие средства, им как-то греет душу, они думают, если они крем за 5 тысяч рублей купят, значит, он действительно будет эффективен. Вот, и вообще обходя такие компании, как Faberlic, вообще вот стороной, мимо. Ну, они рабочие, они, знаете, вот стоимость у этого крема, я не знаю сколько, ну, 1200, наверное, а эффект у него, как за крем, за 5-6 тысяч рублей. Вот от души вам всем рекомендую. Осталось мне что-то докупить, я не знаю, по-моему, сыворотка есть в этой, ну, я все, что есть в этой линейке, обязательно себе закажу. Обязательно закажу, чтобы было. И купила я футболочку. У меня мужиков много. В любом... Не футболочку, а поло. В любом случае, кому-нибудь да подойдет. Вот такое вот поло. Ну, как тельняшка. Очень классного качества. Прям такая плотная, такая хорошая. Такая вот, ну, шикарная просто. Шикарная. Так пахнет вот. Ее кто-то стирал. Кого-то я кто-то постирал. Ну нет, она не стиранная. Вот 52 размера. Я не знаю, подойдет она или не подойдет. Очень такая плотненькая, хорошего качества. Обалденная цена. Просто чисто символическая. Для такого качества. Шикарная. Шикарная. Очень красивая. Ну, действительно, за такие деньги, девчонки, такого качества.
Вот так, все, наверное, все я вам показала. Я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале. Желаю вам всем хорошего настроения, всем пока-пока. Регистрируйтесь, ссылка вас ждет внизу. И вы за первый заказ получаете подарок. Подарок не такой, а, нет, такой с 19 июня, да, вот такой вот подарок вы получаете. А, у нас новинки появились. Это листовой стиральный порошок, его можно резать вот так вот по частям и... как сказать, резать по частям его и немножко кидать в машинку, то есть не весь кидать в машинку. И, а это ловушки. Ловушки, вот, допустим, вы стираете разное цветное белье, ну, белье, которое разное по цвету, да. Я как стараюсь сортировать, но бывает такое, что стираешь синее платье, а здесь белая вставочка, и она может окраситься. Вот можно использовать ловушки для... салфетки-ловушки, которые будут в себе из-за воды вытягивать пигмент. И чтобы у вас параллельно друг с другом не окрашивались какие-то цвета. Вот. А это стиральный порошок листовой. В поездке удобно с собой брать. Ну да, удобно с собой в поездке брать. Чтобы не брать с собой порошок, удобно для поездок, для путешествий. Вот таких вот две штуки, вот две новинки получите в подарок, если вы зарегистрируетесь и по этому каталогу сделаете заказ на 1500 рублей в ценах каталога. Все, на этот раз все. Всем пока-пока.